Ты, дочка, кого ищешь-то? А мне Матвей Петрович нужен, поговорить бы с ним. Ты не как моя крестница. Ну, смотри, ну хорошо тебя подремонтировал Антипов. Ну, молодец, доктор. Ну, прям не узнать. Вы, что ли? Ну, конечно. Собственной персоной Матвей Петрович. Матвей Петрович, да? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы там, где нашли меня, ничего больше не видели? Может, рядом что-то было? Ну, знаешь, мне же 8-й десяток, дочка. Я отродясь чужого не брал. Да нет, нет, я не об этом. Я не то хотела сказать. Просто, может быть, вы забыли, может быть, что-то еще видели важное. Ну, конечно, на всяко бывает. Ну, знаешь, я еще пока без очков обхожусь. Следы видел? Да, мужские, женские, торопливые такие. Да еще следы от машины видел, неподалеку видел. Больше ничего. Так что же получается, я сама туда пришла? Нет, нет, не думаю. Следы-то женские, пожалуй, не твои были, те поболее. Ну, и торопливые такие, нехорошие следы. Скажите, пожалуйста, а озеро? Озеро большое такое, круглое, круглые дома на берегу. Да. Было там? Озеро круглое, с домами такое. Озер кругом множество. Так я же тебя ближе к дороге нашел. Понятно. Ну ладно, спасибо вам. Что, не помог? Да что вы, спасли меня, уже помогли, спасибо вам. Да как же еще иначе, это только нелюдь человека в беде оставит. Я пойду, ладно, спасибо вам еще раз. Ну беги, беги, дочка. Будь здорова. Не переживай ты, Ксюша. Все разъяснится. Главное, что ты жива. Я уже даже не знаю, хорошо ли, что я жива осталась. Если с ребенком с моим что-то случилось. Нет, не говори так. Это когда человек умер, уже исправить ничего нельзя. Не попросить прощения, не обнять, не поговорить. А пока мы живы, все можно исправить. Иногда человек жив, и ты любишь его. А кажется, словно он умер для тебя. Словно он чужой. Знаешь, Ксюша, Бог порой посылает нам такие испытания, что кажется, за грехи. А проходит время, и понимаешь, это он наставляет тебя на путь истинный. Шанс понять что-то важное дает. И тут главное не упустить этот шанс. Понять, что исправить себя можно. И когда поймешь, в какой момент все это случилось, тогда все наладится. А если оба виноваты, так бывает? Но тут кто-то мудрым должен быть. Покаяться. Понимаешь, о чем я? И не всегда, кто старше, тот мудрее. Ну вот как? Я же как лучше хотела. Девочка моя, благими намерениями выслана дорога в ад. Как известно, если не получилось вот это как лучше, значит, не права ты. А если даже права, сделай первый шаг. Видишь, как ты мучаешься. О ком думаешь? О муже своем? А и правильно, что о нем думаешь. Хорошо. А теперь должен кто-то сделать первый шаг. Гордыня – это враг всему. Но если ты
послан с неба, то человек никогда тебя не бросит. Даже если вы ругаетесь, ссоритесь и не понимаете друг друга. Иногда так сложно сделать первый шаг навстречу. Это да. Ксюша, ты уверена, что я тебе больше не нужен? Да, да, конечно, спасибо вам огромное. Дальше я сама, вы и так для меня столько всего сделали. Ну что ж, там в кармане у тебя выписка, на ней номер моего телефона. Если что, звони, не стесняйся. Спасибо вам еще раз. До свидания. Евгения Львовна, а Никита дома? Как ты осмелилась вообще к нам прийти? У тебя что, совести вообще нет? Евгения Львовна, мне очень нужно поговорить с Никитой. Все, хватит. Наговорились. 10 лет ты морочила голову ему. А сейчас что? Что пришла? Что ты пришла? За мужа вообще не ухаживала. Ребенка не родила. Как мужик богатый появился, тут же, да? Никиту из дома выгнала. И ребеночка тут же родила. Вы же не знаете ничего. Я не хочу ничего знать. Слышишь, не хочу ничего знать. И вообще забудь дорогу сюда, в этот дом. Только у Никиты стало все налаживаться. Солись, и вот тебе. Убирайся. Не приходи сюда больше. Поняла? Спасибо вам огромное, что бы я без вас делала. В следующий раз ключи не теряйте. Постараюсь. Спасибо еще раз. До свидания. Доброе. Сынок, ну как? Дежурство прошло? Да нормально все. Вроде нормально. А у тебя как? Что? Ну, что нового? Что у меня может быть нового? Что ты спрашиваешь? Что у меня может быть нового? Что у нас, у пенсионеров, может быть нового? Ну да.
Здравствуйте, вы новенький? А вы, собственно, кому? Я здесь вообще-то главврач, просто в отпуске была. К сожалению, ваш пропуск аннулирован. Что значит аннулирован? Ну, не знаю. Может, уволили или что-то в этом роде. Вы к кому пришли? Вы позвоните, пускай вас встретят. Позвольте, я позвоню. Здравствуй. Здравствуйте. Это Гальперина, не узнал? А-а-а, Ксения Дмитриевна. Богатой будете, не узнал. Что случилось? Меня тут не пускают. Сейчас позвоню. Это же нужно. Совсем начальство бояться перестали. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, вас ждут. Спасибо. А, Ксения Дмитриевна. Здравствуй. Проходи, присаживайся. Привет. А где Света? В общем, ее новый владелец уволил. Ну, она сказала ему, типа, вы тут каждый день меняетесь, перед всеми не наклоняешься. Видимо, осерчал. Подожди, новый владелец? Ну да. Клинику перепродали, по-моему, 1,5 месяца, ну, нет, вру, 2 месяца назад. Ты не в курсе? Ну вот, как ты в декрет ушла, так и продали. Нет, я не знала. Странно. Я думал, Борис тебе сказал. Скажи, а ты можешь мне устроить встречу с новым владельцем? А зачем? Ты решила вернуться? Нет, нет, ну, я просто хочу сказать, что ему такая идея не понравится. Не переживай, я сюда больше не вернусь. Хорошо. Он будет после обеда, а ты приходи, я познакомлю. Ты вот так просто соглашаешься мне помочь? Что это вдруг? Ксения Дмитриевна, видишь ли, я очень хорошо тебя знаю. Ты же не отступишь. Вот лучше уж я помогу. Спасибо. Не ожидала от тебя. Ну, я сам от тебя многого не ожидаю. Я пойду. Да. Да, чуть не забыл. Там у нас в кассе по декретным мелочь какая-то осталась. Я понимаю, что тебе, может, и не нужны, но забери, чтоб на нас не висело. Хорошо. Еще раз спасибо, Всеволод Константинович. После обеда. Здравствуйте. Ксения Дмитриевна, поздравляю вас. Как ваша девочка? Как вы ее назвали? Все нормально, спасибо. Мы с именем не определились еще. Ну, пора уже, пора. Я понимаю, выбор непростой, но пора бы. Да. Да, вы правы. Здоровья вам с деточкой. И возвращайтесь к нам. При вас мы были клиникой. А теперь так, аппарат для выкачки денег из клиентов. Возьмите. Спасибо. Очень понял. Чего она в итоге хочет? Если честно, я сам не понимаю. Но думаю, что-то очень важное. Видите ли, она не умеет и не любит просить. А тут... В общем, она просила. Да? О! Можно? Ксения Дмитриевна, знакомьтесь. Это Игорь Владимирович. Присаживайтесь, Ксения Дмитриевна. Да, здравствуйте, очень приятно. Не буду вам мешать. Ну что? О чем же вы хотели со мной поговорить? Дело в том, что я не могу найти одного человека, он бывший владелец этой клиники.
Я подумала, может быть, у вас есть какие-то его контакты, адрес, как с ним можно сейчас связаться? Нет. Контактов нет, но у меня, кажется, есть копия его паспорта. Правда? А вы не могли бы... Мне очень нужно посмотреть. Я понимаю, что это против правил, но... Почему бы и нет? Да, спасибо. Угу. Так. Ну вот. А сделку оформлял этот человек? Нет, через юристов. Но я вас уверяю, что это и есть настоящий владелец компании. Документы на него, юристы проверили. Ну как же так? И Башко, он ведь тоже знает, что владелец был другой. Ну так бывает, что фирма оформляется на чье-то имя в интересах истинного владельца. Но что уж может к этому подтолкнуть? Я не знаю. Я вас поняла. Спасибо вам огромное. Не буду вас больше задерживать. Всего хорошего. Да. До свидания. Милая Ксюша, наверное, уже слишком поздно. Наверное, я сам собственными руками разрушил наше счастье. Но я хочу, чтобы ты знала, даже если мы никогда больше не увидимся, даже если ты сейчас настолько счастлива, что не помнишь все, что было между нами, я люблю тебя и буду любить тебя всю свою жизнь, какой бы она ни была без тебя. Я очень виноват перед тобой, перед нами и нашей любовью. Ты так внезапно пропала, и телефон твой недоступен, и в квартире никого. Дай мне знать, что ты счастлива. Я хотя бы смогу спать по ночам. Я не понимаю, что за затмение нашло на нас. Почему мы себя так странно вели? Я не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь. Но я знаю точно, что ни с кем никогда мне не было так хорошо, как с тобой. Позвони мне по номеру... Ну вот, теперь ты все знаешь. Что мне делать, Никита? Нужно идти в полицию. Да ты что? Ты думаешь, они станут искать? Я же понимаю, что это все как бред звучит. Ну все, все.
Мы с тобой попытаемся. А там видно будет. В конце концов, мы сами что-то можем сделать. Пойдем. Очнулась я в больнице без вещей, документов, денег, телефона, всего. А Петрович, человек, который меня в лесу нашел, он сказал, что больше ничего не видел. Вернее, он видел следы, мужские и женские. Поправьте меня, если я ошибусь. То есть вы за неделю до родов со своим другом, которого знаете меньше года, и о котором не знаете ничего, кроме фамилии и имени, которые, скорее всего, вымышлены, едете непонятно куда и непонятно зачем, так? Ну, да. То есть, нет, мы поехали воздухом подышать свежим. Затем ваш бойфренд вырубил вас и выбросил в лесу, предварительно заставив родить и украв ребенка. Да. Затем вас нашел местный следопыт. Да. А, кстати, он сказал, что следы были нехорошие, суетливые какие-то. Ну, как он сказал. Ну, хорошо. Мы приняли ваше заявление и, конечно же, будем искать. Спасибо. Да ясно же, никого они искать не будут. Ну, у них такая манера говорить. Представляешь, какое количество людей к ним приходит постоянно. Зачем ты мне это говоришь? Это что, попытка утешить? Время уходит, а я даже не знаю, жива ли наша дочь. Я знаю. Ясно одно, что быстрых результатов мы от них не дождемся. И что нам делать? Сейчас. Подожди. У меня пациентка одна, бабуля, у нее сын следователь. Алло, Полина Николаевна, здравствуйте. Узнали? Как вы поживаете? Ну и отлично. Полина Николаевна, нужна ваша помощь. Вернее, не ваша, а вашего сына. Он рядом? Отлично. А как зовут его? Игорь Юрьевич. Ага, спасибо. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Слушайте, долго рассказывать? Мы с женой попали в затруднительное положение. Нужен ваш совет. Вернее, не совет, а квалифицированная помощь. Да. Да, готов подъехать. А куда? Хорошо. Все, спасибо. Что? 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 Поехали, по дороге расскажу. Войдите. Я почему-то так и подумал, что это будете вы. Интуиция меня никогда еще не подводила. Присаживайтесь. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас тут совсем не ожидала увидеть. Хотя, вы знаете, сейчас я даже рада, что это вы. И простите, пожалуйста, мое поведение в клинике. Я... Тогда не права была, вы просто делали свою работу. Ну ладно, что было, то было. Рассказывайте. Я не знаю, с чего начать, но... Примерно 2,5 месяца назад я ушла в декрет и совсем не появлялась уже в клинике. Так получилось, что мне во всем помогал Борис. Он продукты мне привозил и... помогал с покупками для ребенка. А недели за 2 до родов он предложил поехать за город, чтобы подышать свежим воздухом. Сказал, что купил дом на озере. Скоро Машенька подрастет, и мы поедем на море. Там всегда солнце и очень много разных рыбок разноцветных. Не знаю.
Хорошо ли это? Что? Все, что мы с ней сделали. Но это уже не имеет никакого значения. Она мертва, и нам никто не может помешать. Это все, что мы хотели. У нас есть дочь. И мы будем счастливы. Есть ты, я и Машенька. И никто нам не помешает. Хорошо. Так. В каком направлении, вы говорите, выезжали из города? Я не знаю. Мы когда из города выезжали, я уснула. Ничего не видела. А в котором часу вы выехали? Примерно в 10 и где-то около того. Солнце не мешало вам спать? Нет, оно было слева, со стороны Бориса. Он еще эту штуку все время... Козырек? Да, чтобы ему солнце в глаза не светило. Ну вот, вы ехали на юг. Скажите, какие-то населенные пункты видели по дороге? Да, я когда проснулась, как раз мы проезжали Антоновка. Там было написано Антоновка. Я просто запомнила. Яблок потом всю дорогу хотелось. Антоновка. Так, а после Антоновки сколько вы еще ехали? Долго, очень, очень долго. Мне кажется, час или даже больше. А потом Борис сказал, что еще минут 10 осталось. Наверное, все-таки не час, а немного меньше. Вы устали, и время для вас тянулось медленнее. Скажите, а дорога все время была асфальт или грунтовка? Ну, пока по трассе ехали асфальт, вот когда свернули с дороги, еще минут 10 оставалось, там уже грунтовка. Так, скорее всего, это одно из вот этих трех озер. Не напрягайся, я вам сейчас скину на телефон. Не ближе точно, и дальше вряд ли. Спасибо вам большое. Мы завтра туда съездим, и, может быть, Ксюша чего-нибудь вспомнит. Да. Спасибо, огромное спасибо. Мне позвонить? Хорошо, конечно. Это тот дом. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я недавно была в этом доме. Мне кажется, я тут кое-что забыла. Так это вы такой бардак устроили? Ну ладно, проходите. Проходите, не стесняйтесь. Я сегодня приехала, в доме срач. И простыни мои выбросили. Правда, деньги за простыни я нашла, но... Больно они хорошие были. Сейчас таких не купишь. Я ничего не делала, я тут просто в гостях была. Ну ладно. Смотрите, правда, я ничего чужого не находила. Ой, простите, важный звонок. Секундочку. Спасибо. Давай.
Окситоцин. Что, случайно завалилось? Теперь понятно, чем они роды вызывали. Значит, это было здесь. Ребят, смотрите, что я нашла. Термос. Сразу не заметила. Ваш? Пить хочется, есть что-нибудь? Кстати, есть, кстати, есть. Чай успокаивает, чай успокаивает. Специально заварили. Специально заварили. Сибирских трав, сибирских. Держи, держи. Да, я помню этот термос. Меня Борис чаем травяным поил из него. Ну, забирайте, мне чужого не надо. Скажите, а у вас есть данные мужчины, который снимал этот дом? Ну, конечно, есть. Или вы думаете, что я сдаю дом, кому попало? Подожди, стой, стой, стой. Не надо этого делать. Ты что, думаешь, меня отравили? Ну, по крайней мере, опоили. Мы же не знаем, что там. Вот, документы, держите. Угу. Спасибо. Так, некий Борис Иванов, есть ксерокопия паспорта. Это тот же самый, что в клинике. Но мужчина, который принес документы, очень приличный был. Не мог он такой бардак здесь устроить. Вы можете его описать? Да. Высокий, широкоплечий и брутальный. Спасибо. У меня даже ни одной фотографии этого Бориса нет. А аккаунт в социальных сетях удален, я уже проверяла. Черт! Как же я мог забыть? Мне же присылали твои с ним фотографии. Сейчас. Вот. Откуда? Кто тебе это прислал? Никит, ну как ты мог поверить? Ну видно же, что это фотошоп. Прости меня, бес попутал. Отправь это Никифорову. Хорошо. Борис. Никит, ты посмотри, это же она. Кто? Кто она? Ну ты что, не узнаешь? С нее все началось, все наши беды. Точно. Маргарита. Маргарита. Туманова, да? Маргарита Туманова. Может, сказать об этом Никифорову? Маргарита Туманова? Интересно. Это поворот.
Алло, Никит, добрый день. Тут такое дело. Согласно документам, 15 мая у Тумановой родилась дочь, назвали Машей. В тот же день, что и родился ребенок Ксении. Да это же наша дочь, это же мой ребенок. Ну, скорее всего, так. Ведь, насколько я помню, она не может больше иметь детей. Ну, в любом случае, изменить уже ничего нельзя. Записывайте адрес. Улица Весенняя, дом 37. Квартира тоже 37. И, пожалуйста, держите меня в курсе. Кто знает, что вас там ждет. Да, хорошо. Хорошо, спасибо огромное, Игорь Юрьевич, спасибо. Все будет хорошо. Этот дом? Да, дом 37, квартира 37. Так, 37. Никого нет. Так, есть консьерж. Давай у него спросим. Молодые люди, вы к кому? Мы к вам. Здравствуйте. Мы ищем Маргариту Туманову. Туманову? Так нет ее. Она вообще здесь редко бывает. Почти все время за городом живет. Так что, извините. Подождите, ну а если вам вдруг нужно с ней срочно связаться, если там соседи затопили или пожар? Да какой пожар, типун вам на язык, вы что? Ну, на экстренный случай у нас телефончик имеется, вот, специальные книги записан. Да. 937. Только дать вам я его не могу. Не имею права. Не положено. Да, да, мы понимаем, конечно, просто у нас такая ситуация, пожалуйста, нам очень надо. Я вас прошу, пожалуйста. Сейчас. Но если надо, только вы ж меня не выдавайте. Ну, конечно. Ну что вы, конечно. Спасибо. Спасибо. Угу. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Да, алло. Алло. Послушайте, вы, верните мою дочь, я знаю, что она у вас. Отдайте мне ее по-хорошему, я тогда обещаю, что вас не посадят, вы слышите? Вы что, с ума сошли? Вы кто такая? Откуда у вас мой номер? Я никогда никому не отдам свою дочь, ясно? Я добьюсь теста ДНК, я все равно докажу, что это моя... А я никогда не дам согласия на тест ДНК, и на этом разговор окончен. Дай. Она... бросила трубку. Мы найдем их, слышишь? Обязательно найдем. И заберем нашу дочь. Боря! Да. Она жива. Как ты мог допустить, что она жива? Ну, ты же помнишь. Она уже не дышала. Не дышала? А теперь она дышит. И требует назад своего ребенка. Покупай билеты, Боря. Куда хочешь. В Америку, в Европу, к черту на рога. Покупай. Подожди. Подальше отсюда. Надо все обдумать. А что здесь думать? Надо решать, Боренька, все раз и навсегда. Так, найди все документы, когда ты была беременна. Поедем к Никифорову. Пускай надавит на полицию. А
Хорошо. А твой паспорт где? У мамы. Я пули смотаю за ним. Давай, я пока соберу все остальное. Забыл? Подожди, 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 подожди. Это ты. Я пришел за тобой. Мы должны спасти твою дочь от этой ненормальной. Мою дочь? Да. Я не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить, но это сейчас не важно. Понимаешь, Марго, она сумасшедшая. У нее компромат на меня. Ничего не мог сделать. Ведь это она увезла тебя в лес и бросила там. Я искал. Я везде искал тебя, понимаешь? Я очень виноват перед тобой. Ксюша, я люблю тебя. Понимаешь? Я очень люблю тебя. Это правда. Я не пойму, что ты хочешь, что мне нужно сделать. Мы должны помешать ей. Прямо сейчас. Иначе она увезет твою дочь на границу и никогда ее больше не увидим, понимаешь? Угу. Все, поехали. Подожди минутку, мне надо сумку взять. Какую сумку? Нам еще за город ехать. За город? Да. Никита Александрович, нам так хорошо помогла мазь, которую вы посоветовали, но теперь у нас сыпь появилась. Это диатез. Обратитесь к педиатру. Ходили. Она говорит, надо исключить некоторые продукты. Правильно говорит. Извините, я спешу. Ребенка. Да, конечно. Тогда хочу. Бегом. Может быть, поздно. Я забрал паспорт. Ксю? Игорь Юрьевич, он похитил ее. Да, Борис. Сейчас они едут по шоссе на север. Да не знаю я на чем. У меня только геолокация с Ксюхиного телефона. Заканчивать все это. Давно пора заканчивать эту историю, а то она превратилась в фарс.
я сама это сделаю. Ты доделаешь все остальное. Так, чтобы не осталось следов. Ты уверена? Да. Мы кого-то ждем? Нет. Это Никита. Иди в гостиную, я его встречу. Иди. Теперь можешь уже не торопиться. Я здесь! Глупости. Положите пистолет, иначе мы стреляем на поражение. А это он меня заставил, поэтому я и стреляла. Уведите. Что? Чего? А почему я босиком должна идти? Ой. Ксюша! Свидетельство о рождении Гальпериной Марии. Мать – Гальперина Ксения, отец – Гальперин Никита. Все верно. Да.